Волонтеры научат жителей республики оказывать первую медицинскую помощь. Всероссийская акция «Помоги первым» пройдет с 11 по 13 сентября по всей стране. По словам волонтеров-медиков, первую помощь может оказать любой человек, который обладает необходимыми навыками. Научиться можно останавливать кровотечение, помогать при травмах, проводить сердечно-легочную реанимацию. И от того, какими решительным, быстрым и подготовленным окажется спасатель, будет зависеть жизнь человека. Также волонтеры Красного Креста проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Узнать подробнее об акции можно на сайте проекта «Помоги первым.рф».